Всем привет, ребят! С вами Дэмс. Сегодня мы делаем последний взгляд на игру серию Сэм 2, или же Крутой Сэм 2. Мы когда-то с Женей уже проходили эту игру, это было очень давно, самое первое видео на канале, рекомендую заценить, посмотреть. Самый первый плейлист на канале, если кому интересно. Ну, я могу ссылку скинуть в описании на плейлист, так что давайте мы приступим к последнему, так сказать, взгляду, последнему обзору. Назовем я себя, естественно, как мы можем себя назвать, естественно, только так. А пусть будет серьезно. Мы проходили на серьезном уровне. Придет и спасет нас от грядущего зла. А зло уже пришло. А там было написано, что чужак будет носить красный кед. А что ты имеешь против кеда? Ты вообще носил розовый костюм? Да. А ты со своими нелепыми. Мальчики, прекратите. Давайте не забывать, зачем мы здесь. Мы должны с ним связаться немедленно. Сконцентрируйтесь, мальчики. У вас ровно 5 секунд, чтобы объяснить, что я тут делаю. И 2 уже прошли. Пожалуйста, мистер Стоун, успокойтесь. Мы можем помочь вам. Мое имя Роланда. А это мои братья Джебеди и Раджив. А я Сэм. Серьезный Сэм. Мы – Великий Совет Сириуса. И мы хотим показать тебе, как остановить Ментала. Смотри. Медальон сил. Единственная вещь, которая может сделать Ментала уязвимым. Он был выкован слепым кузнецом Грун, и мы, мудрецы и маги, зачаровали его согласно инструкциям из нашего святого руководства. Второе переиздание. Медальон был разделен на 5 частей, и эти части были розданы 5 раз. Чимбам с планетой Мдиго, Чичет с планетой Чифан, Эзиси с планеты Магнор, Клиром с планеты Клир и Эльфише с планеты Эллингер. Но этого оказалось недостаточно. Вскоре Ментал завладел всеми частями медальона. 6 части оказались неуничтожимыми, так что Ментал остается лишь охранять. Когда все 5 частей воссоединятся, медальон выпустит заключенную. Твоя задача — направиться на планету Мдиго и добыть первую часть. Если ты принесешь эту часть, то ты избранный. Избранный? Тот, о ком упоминается в нашем святом руководстве. Второе переиздание. Тот, да, который спасет Вселенную. Тебе нужно идти. Мы свяжемся с тобой, как только ты закончишь. Если ты закончишь свою задачу. Думаете, кто-то в это поверит? Ну ладно. Вот он, Сириус Сэм 2. Тысячу FPS, ребят. Кошмарищ. Чёрт. Сэм, не оглядывайся по сторонам. Это я, Нетти. Нетти? Нетрикса. Для друзей просто Нетти. Нетрикса? Нетти? Как ты умеешь говорить? Ну, это долго объяснять. В общем, дело в том, что бюджеты игры решили увеличить. Какой еще бюджет? Ладно, проехали. Короче, мы снова вместе, и мои советы к твоим услугам. Найди побольше этих синих ребят и заставь их разговориться. Возможно, я смогу перевести, что они говорят. Первый уровень. Добро пожаловать нам к Мдиго. Мдиго, Сэм. Судя по тому, что сказали мудрые, думаю, стоит найти деревню Мкеки и расспросить их вождя о медальоне. Что ж,
Это капец, это вот игра. Мы начинали ее проходить. Блин, как это было классно. Мы брали эти мячики, пытались их закинуть. Сейчас я пробую тоже закинуть. Я вот этим мячиком кидал. Футбольным. И в итоге я забил, но Женя забрал приз. Во. Как мы телевизор украли, тоже помню прекрасно. Нате, Симба. Нате, курица, стой. Курица поджарится. Чё курица не убивается? Что за... А, курятина. Да, прикольная графика, конечно, здесь очень прикольная. Мне все нравится в втором Сэме. Третий не очень нравится. Мне нравится второй. А еще два пейкаля прикольная штука. И вот этот вид тоже прикольный. Мы играли по сети на самой серьезной уровне сложности, на самой крутой уровне сложности. Сейчас давайте пойдем в водопад. Там у нас бонусы. Пойдем, пройдем точнее пару уровней, и дальше уже все будет круто. Просто последний взгляд на эту игру, и дальше ничего про нее не будем делать. Какая она пещера секретная, если... Пещера секретная, пещера секретная, секретная пещера. Если все равно... Ее любой мог бы найти здесь. Отыскать ее очень легко. Так, я микрофон подвину чуть-чуть. Вот так. Мы сейчас на дополнительную жизнь соберем. Круто как. Давайте я уберу телефон. Я телефон, блин, ходил, кто-то звонил в телефон. В телефон звонил. На телефон кто-то звонил. Не знаю кто, неизвестные номера. Я никогда не беру от неизвестных номеров. Блин, как же жалко микрофон. Он сейчас так... Он так зажат, бедный. Боже, да они такие легкие на тяжелом уровне сложности. А что, должна была разве? Должна была разве телепортация не помешать? В смысле, сделать из меня урода какого-то, знаете, как побочный эффект. Вечно путаю. Тут на Е таскать не надо, тут на F. Просто профи, уже просто профи. Садись на динозавра, так будет быстрее. Подожди. Мячик. Судья, которого уже нет. Боже, как я забил, я просто... Блин, нужно... Как же оно все мешает, капец. Вот так. Да, так будет лучше. Динозаврик, это, конечно, круто. Я его драконом называл. Идиот. Как я мог не знать, что такое динозавр, что такое дракон? О. Ребятки идут. Ну что ж, пожелаем удачи, а иначе я их просто замочу. Хотя я и так их замочу. Здравствуйте. Всех замочил. Жалко, конечно, я ранил своего динозаврика, но все же. Эй, уничтожься. Ты чего не уничтожаешься? Как Женя сказал, это не декорация, а компьютерная игра. Секретный супер короткий путь. Какой он к черту супер короткий? Ой. Как гранаты бросаются? Как бросаются гранаты? Я уже забыл. А. Правая кнопка мыши. Ясно. Как раз все секреты покажу на первых уровнях, хотя я думал, вы и так их знаете уже давно. Даже без нас с Женей. Пятьсот хп. Я просто мастер-читер. Читер-мастер. Тут еще ракетница валяется. Сейчас мы ее тоже подберем. Сэм, давай как той обезьяне. Тебе надо запрыгнуть к ней прямо в пасть. Я опасался, что ты это скажешь. Мы его не убьем тут. Бессмысленно.
Да какая же она секретная? Его ранили, как вы его могли ранить, вы уроды? Я вас сейчас всех тут, ну, на, короче. А я всех просто затоптал. Библиотекарь, мы встретились вновь. Все, прошли. До свидания. Прошли уровень. Очень легко и очень быстро. А ну-ка, все секреты нашли. Еще и хп-шку собрали. Красава. Если честно, я эти ролики никогда не смотрел. Сейчас смотрю и удивляюсь. Какой я дебил, и их не смотрел вообще ни разу. Прости мою курицу в пятницу. Злые зеленые сосиска. Что? Я не могу понять ни единого слова. Что они лопочут? Отлично, ты прошел пещеру и вышел с другой стороны горы. Теперь поднимись вверх по течению и перейди мост. Бац! 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 Как аимщик. На серьезном уровне сложности, видите, даже обстреливают. Эта река слишком опасна, чтобы в ней плавать. Лучше поищи мост. Кстати, за нее мы тоже можем играть. Но это уже если по сети. Тогда можно за нее играть. Да, кстати, во второй части. Графика просто превосходная. Как они сделали такую графику в 2004 или 2005, я не помню, какого это игра года, году. Как это такое вообще можно сделать? Кстати говоря, можно это вынести, и сейчас мы западло сделаем небольшое. Давайте, ребятки. Ладно. С этими не получилось. Попробуем с другими. А ну-ка, библиотекари, давайте. Ранило, кстати говоря. Да ладно. Да выпендривался. А, я ж патроны не взял. Как ускоряться? Тут нельзя ускоряться? Или взял патроны? Эй, плевать, я и так выживу. Просто микрофон что-то... сползает. Все время. Позор мне, я проиграл. И то потому, что повыпендривался. Нельзя выпендриваться. Это реально плохо.
Библиотекари, что ж, теперь разберемся с вами по-мужски. Вот этим. Да как я мог так гранату кинуть? В дерево. Лежать, уроды. Это не секрет, это Реал. Это правда не я, это Сэм, но блин, все же эпично получилось. Бедный чел, аж щит уронил сразу. Гранат нету, что будем делать? Гранат нету, нужно придумать запасной план. А я всех отстреливаю, на, по ногам тебе. Щит тебе не поможет, по ногам щит. О, кстати говоря, там очень забавная секретка. Так откуда вы взялись? Там очень забавная секретка, ребят. 18+. Вот ее не видно, но... Куда это вы? Место меняете? Место вашего пребывания? Ну идите продолжать. Тут, кстати, максимально 200 хп они стоят, тоже прикольно. О, дай дробан. Кстати говоря, здесь сейчас взорвется какой-то дом или что-то типа того. Да. И там есть супербомба. Супербомба. Супербомба, ко мне. Вот дробан чисто всех выносит. Главное стрелять в ноги, чтобы щитом не защищались. А этому в передний клапан. Лежать. Ах так. Поговорим с вами по-мужски, окей. Я даже супербомбу использовать не буду. Хотя мог бы. Как это ты прыгаешь так, чел? Ты чего? Давай, один на один. Топорами кидаешься. Магический шалун. Ты убил своего друга, ты чего вообще? Друга убил. Как так возможно? Дайте супербомбу, чё она не плывет? А, нужно было еще раз выстрелить. Да, дробан на дальних дистанциях все же слабоват. Но у меня есть вот такая вот штука. Супербомба, да, это, ну, это не секретный предмет, но это читерский предмет. Конечно, он не дает вам очков. Ну и плевать. Давай мне аптечку. А, кстати, как-то странно выглядит банан и два камня. Да ладно, плевать как-то. Это же все равно эти орки или кто они там, их легко убить. Покормили обезьянку. Тут, по идее, что-то еще есть. Ай, ладно, неважно. Женя там думал, что здесь есть секретка, но на самом деле все это вранье. Сделай доброе дело, защити деревню всю. Да легко. Уже все абсолютно готово. Ракетница сейчас всех порешает просто. Бац. Спасибо, что своего братана замочил. Братана своего зачем мочим, а? Зачем мочим своих? О боже, деревню чисто ломают. Откройте, пожалуйста, врата ада.
я Сэмус. Похоже на то. Ходи за мной. Сэмус? Я не Сэмус. Только серьезный Сэм может играть на серьезном уровне сложности. Не правда ли? Твоя ищет медальон, Сэмус, а? Медальон нет здесь. Квонга взять медальон далеко. Но Квонга не ходи назад. Шаман надо звать Квонга. Я с ним поговорю. А где он? Шаман не тут. Шаман тюрьма. Спасай шаман. Тогда шаман помогай. Завтра я тебя веди. Глодиты. Сэм, скорее, отрази нападение и защити вождя. Но это ж не вождь. А, да, это вождь, но не шаман. Но он не убивается. Но он не убивается. Надерем им задницы. Это точно. Я даже один это сделаю. Готовьтесь, уроды. Где еще один там? Ой, извини. Ну, он не убивается, тут как-то плевать. В ноги! Стреляйте в ноги! Умри, умри, негодяй! Пищ-пищ, негодяй! Как я сказал, курица, да, я пожру твое мясо, это я прекрасно помню. Рекомендую заценить этот фрагмент. Они там сейчас сами справятся, в принципе. Ну, готовлюсь, я готовлюсь. Давайте. А, ну да, вы же все равно сначала не разрушите, точно. Пусть сломает. Придет, все равно альбинос придет и все разрулит. Как это ты так ходишь, чел? Чел, что с тобой? Ты так обычно ходишь? Гранату зря выкинул. Как так? Да все отлично, ребят, мы тащим. Там еще кто-то разве? Ну ладно. Надо разобраться. Разобраться, я сказал. Дома все поразрушали. Как так можно? Мирным симбам, жителям этой планеты орки нападают. Не проблема. Сейчас мы их всех тут уничтожим. Мне нравится, как шаман ходит. Он как-то, точнее, не шаман, а вождь. По-дебильному как-то. Ну ладно. Этот уровень последний. Сейчас досмотрим ролик и на этом закончим. Этот последний взгляд на крутой Сэм 2. Как ты размахивать научился, чувак? Ого! Нифига ж себе. Да вроде все. О, спасибо. Ну где ваш босс? По идее, там босс сейчас появится. Это такое минутное затишье. И сейчас придет альбиносик. И все разрулит, как я сказал. Ну здравствуй, альбиносик. Поехали. Главное, что он вначале тупо неубиваемый. Он потом легко убивается, сейчас чисто неубиваемый. Ну вот его уже и нет.
Ты должен защитить деревню и ваше. Блин, пауза, наверное. Сейчас опять его убьем быстренько. Достанем ракетницу. Какая у тебя раса, подожди. Его чисто ничами завалить, тут нужно, я не знаю. Нужно, чтобы они друг друга сами мочили. А я знаю как. Я замочили, теперь этого осталось. Библиотекаря. Дарол. Ну этих тут уже без шансов, чуваки. Без шансов. Успокойся. Сколько вас тут еще может быть? Штурм прошел безуспешно. Вы потерпели поражение. Все. Остался один чувак. Шаман, ой, не шаман, а вождь, давай отбивайся. Все? А, еще один. Все. Спасибо, Сэмус. Твоя помогай, спасай деревню. Если бы твоя не тут, то мы все помирали. Теперь троглодиты долго сюда не ходить. Думаю, ну теперь отдыхай. Дело говоришь. Это надо отмечать. Спасибо тебе, Сэмус. Твоя не ходи без подарок. Отлично, обожаю подарки. Эта птица глубокая. Отличается умом. Птица, тебе помогай. Я вижу, мы отлично поладим. Она реально ему отлично помогла. Окей. Так, на этом мы закончим, не будем это смотреть. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дэмси и последний взгляд на Сириус Сэм 2. Всем пока, ребята. Пока.